Леонид Кюнтамана Эрмит, меня зовут Мандеев Наран, мне 15 лет. Я финалист прошлого сезона «Айратские таланты». Моей целью является улучшить мои вокальные способности, а также показать себя на всю Республику Калмыкию и также на всю Россию. Я желаю всем удачи, все будут победителями. Привет, меня зовут Калышкаев Николай, мне 12 лет и из поселка Яшкуль. Мне очень нравится петь и танцевать. Пением я занимаюсь уже 4 года, а танцем занимаюсь 2 года. Желаю всем удачи, чтобы все выиграли. Я Голов Мигьян, всем привет. Я жил раньше в Чилгире, поселке. Я сейчас живу в Листе. Занимался, то есть, танцами в айратах, закончил хореографическую студию Тенгринки, и теперь я пошел в айратские таланты, чтобы проявить себя, ну, чтобы узнали, какой я и как хорошо я танцую. Всем желаю удачи участникам айратских талантов. Я Деляева Ангира, учусь я в Элистинской средней школе номер 4 с Кичинерского района. В семье у нас 4 детей, я самый старший ребенок. Так как я являюсь самым юным участником в номинации «Эстрадный вокал», хочу, чтобы вы меня поддержали в конкурсе «Айратские таланты». Всем спасибо, пока! Меня зовут Иджеева Юна, я родилась в Элисте. Я учусь в Элистинской средней школе номер 17 имени Давида Никитича Кугультинова. Пою я с малых лет, не занимаюсь я профессионально. Люблю гулять с друзьями также в свободное время. Также в 2016 году я окончила детскую школу искусств номер 2 по классу Домбры. Всем участникам желаю терпения, успехов и удачи. Всем пока. Эй, йоу, меня зовут Ашир, я танцую брейк-данс и представляю школу Варстайл. Учусь в 12 школе, закончил 9 класс, и всем своим соперникам я пожелаю удачи. Здравствуйте, меня зовут Эрни Горяева Амуланга, мне 10 лет, я учусь в Элистинской многопрофильной гимназии. Я закончила 4 класс, вышла на отлично. Я хожу в ансамбль «Панчик». Желаю всем удачи. Всем привет, меня зовут Баянова Виктория, мне 14 лет. Участвую в конкурсе «Айратские таланты» в номинации «Эстрадный танец». Я очень люблю танцевать и занимаюсь спортом. Всем участникам желаю удачи и успехов, и пусть победит сильнейший. Мария. Я участвую в конкурсе «Айратские таланты». Я студентка Калмыцкого государственного университета, учусь на 4-м курсе. Хотела бы пожелать всем удачи, успехов и надеюсь, что выиграет сильнейший. Всем спасибо, голосуйте за меня!